Или это Лёня работает? Да, кто-то есть на старой, видите? Пойдем туда. Лёня! Они убили Лёню. Ну все. Живой? Разве не голова была только что? Что-то сейчас вторые патроны перестали убивать. Я удивлен. Что? Они же отлично убивают людей в лесу. Почему они их не убивают на таможне? Они убили Леню, да... Будем мстить сейчас за него. Тут ходит. Они убили его, интересно. А вот тот фражик они застелили у меня, да? Или что? Там на Тарконе прям какая-то хрень происходит. Да, они убили его. Да в смысле? Я вот так ранил хорошо. Цели украли у меня фраг. Кто там, блядь, ширкается? Блядь, дробовик. Чё, бля? Взорвал. Мне кажется, там он сел где-то. Ляг, ляг. Етить у тебя, броник. Ты точно снайпер? А, он все еще там. Боже ты мой. Пойдем.
Вот он. Ит. Блять. Я не попал. Зато он попал сразу в лицо первой же пулей. Голова, глаза даже мне попало, охереть. Но я убил сколько? Шестеро убил. В принципе, хорошо сыграл для ДВЛочки. И от бедра не постреляешь. Так, этого мы поддушили, хорошо. Вот, кстати, и ДВЛ-ка нам как раз. Но он же с кем-то стрелялся здесь. Видимо, он по кому-то выстрелил. Железо? Я тут спрячу, наверное, вот эти ништячки. Сюда. КамАЗ на железном полу стоит, там много железа. Он там даже не шевелится. Может, я взорвал его? Господи. Ты так играешь, серьезно? Блядь, там еще. Давай, вылези. И вот, ну, то есть вам так интересно играть, да? Ладно, хорошо. Я нет. Ничего против не имею, нет. Это что за звук еще непонятный? 41 уровень. Я думаю, ладно, тот 20-й. Бог с ним. 41 уровень. Hello? Опа, подарок в стороны! Разбежались, разбежались!
Да не надо мне подарков. Блядь, чел! Я с тобой в игры играю, а ты меня хочешь убить? По-серьезки, бля? Блин, я думал, он на камушки залезет, будет меня кемпить. Блядь, там кто-то другой меня кемпит! Ты что? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Так, оружие показываем. ВПОшка и снайперка. Угу. Ну это походу он, чат. Сейчас просто как в фильмах, знаете, такой в замедленном такое действие. Бежит кто-нибудь, человек, на выход куда-нибудь. Там показывают близко в камеру так. Типа его глаза. Лицо прям такое близко, как он бежит прям. И музыка из фильма этого. Из фильма «Профессионал» играет. Фух. Всем голову, кстати, дал. Хорошо. Хорошо. Ты уже не дойдешь. Берсерк. Ты недооцениваешь стримера. Как так? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.